мероприятий, которые пройдут как на общереспубликанском уровне, так и на локальном уровне. Разработан график нашей акции «Марафон единства». В соответствии с графиком «Марафон единства» в виде концертов, в виде локальных мероприятий доедет в каждый регион нашей страны. В разных регионах разное количество городов мы охватим, но, тем не менее, каждый регион мы посетим. Как правило, это будет двухдневная программа из мероприятий различной направленности. Я думаю, что более подробно расскажут об этом коллеги. И эта программа будет завершаться как раз-таки большим концертом, большим ярким масштабным концертом, в котором, по нашей задумке, тоже есть объединяющий смысл, поскольку в этом концерте будут участвовать не только коллективы местные, не только приезжие коллективы из столицы, но и коллективы, которые приедут из других регионов страны показать свое творчество. Вот. Собственно, первой точкой маршрута марафона будет город Молодечно. Уже 11 октября там пройдут первое мероприятие, и 12-го основной набор мероприятий и концерт.